Это история о том, как я в 4 года зарабатывала себе на еду на отдыхе. Когда мне было 4 года, мы поехали отдыхать в Крым. На тот момент я еще ходила на танцы и умела делать некоторые гимнастические элементы. В первый же день, когда я увидела пляж и море, я сделала колесо. Меня сразу же заметил мужчина лет 28 и побежал ко мне. Он прозвал меня Колесиком, и каждый раз, когда я приходила на пляж, он кричал мне: «Привет, Колесика!» А еще с того дня и до самого конца нашего там пребывания он покупал мне мороженки каждый день. Но в один прекрасный день я поняла, что мне надоели мороженки, и закричала: «Не хочу мороженое, хочу котлетку с пюрешкой!» Как я уже говорила, мне было 4 года, и сладкое я тогда не очень любила. А тут парень был просто в шоке от такой наглости, но пюре он все же мне купил. На этом все, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, о чем рассказать и что нарисовать в следующих видео. Также отдельное спасибо хочу сказать Кашиса Битс за то, что написал мне бит для видео. Всех люблю, всем пока!